13 апреля в Таврической академии состоялся ежегодный открытый военно-патриотический конкурс «Победа за нами», посвященный 73-й годовщине освобождения города Симферополя от немецко-фашистских захватчиков. Основная задача проведения мероприятия – военно-патриотическое воспитание молодого поколения. Сегодня 13 апреля – день освобождения города Симферополя от немецко-фашистских захватчиков. И в этот день, именно в этот день, мы проводим открытый конкурс «Победа за нами». В нем приняли участие студенты из разных структурных подразделений, а именно Евпатория, Севастополь, Прибрежная, Таврический колледж, Медицинская академия, Академия биоресурсов. И также студенты нашей Таврической академии. Понимаете, сейчас такое время, когда мы все дальше и дальше отдаляемся от тех ужасных событий 44-го года. От того подвига, который совершили наши деды, а их прадеды, те, кто будет сегодня стоять на этой сцене. Я думаю, этот подвиг не должен уйти в тень. Его нужно помнить и вспоминать, и еще раз вспоминать. И самое главное, задача нашего центра – достучаться до юных молодых студенческих сердец через песню, через танец, через стихотворение. И еще раз всем напомнить об этом героическом подвиге. В конкурсе принимали участие студенты Таврической академии и других структурных подразделений КФУ имени Вернадского в разных номинациях – вокал, декламация и хореография. Что в первую очередь нужно чтить память, и очень сильно хотелось исполнить песню, чтобы таким образом выразить свою благодарность за победу, за освобождение Симферополя. Номинацию буду представлять вокал, буду петь песню Полины Гагариной «Кукушка», потому что песня очень сильно запала в душу, хоть она уже и очень довольно распространенная, но все равно хотелось бы ее исполнить по-новому. Исполнять я ее буду вместе с мальчиком, который учится в Институте экономики и управления. Он будет играть на клавишах, а я буду петь. Что не следует забывать ни о событиях военных лет, ни о том, что сегодня день освобождения Симферополя, 13 апреля. И все-таки, так как у меня все родственники, прадедушки и прабабушки воевали, я считаю, что нужно помнить не только о них, а и о победе в целом. Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами, а лучшие номера войдут в праздничный концерт ко Дню Победы.